Всем привет, ребята! Вы на канале Energy Gaming TV, меня зовут Игорь, и это игра под названием Венджия. И наше существо, напоминающее мне кошку, но с какими-то интересными магическими способностями для нее. Ну и это у нас третья серия, продолжаем. Так. И нас ждут сегодня новые приключения, новые неприятности, и нам надо допрыгнуть. Ну это, в принципе, было нетрудно. Какие-то древние руины мы забрались, что ли, я не знаю. Подземелье. Посмотрим, чем нас сегодня игра обрадует. Слушай, ну мы в какую-то пещеру прям попали уже прямо. Так. Оп. Оп. Оу, понятно, там до конца нельзя сидеть. Поехали. Ну и рано. Можно это было даже, может быть, без двойного прыжка. Ой, надо же. Блин, а. Прямо на грани. Тихо. Подожди меня! Кота забыли! Засранцы. Блин. Да что ж такое-то? Блин, чем дальше в лес, тем больше бревна. Ай. Потолки мешают. Есть. Да. Допустим. Вообще, сами, кстати, туда по теории можно допрыгнуть, да? Потому что она очень далеко едет, но... Мне бы тут пройти. Так, ладно, готовимся. Погнали. Да... Да как так-то, а? Вот. Ну, хотя бы бонус забрали, и то на том спасибо. Не, ну хотя бы смотри, то, что мы уже забрали, оно теперь у нас уже не появляется снова. Блин, я в самом начале игры застрял. Ух. И опять нас не балуют сохранениями. Ладно, здесь более-менее ясно, что надо делать. Так. Ну, зачем я ее подбираю? Не надо ее подбирать, просто забить. Просто забить, просто пройти дальше и все. Все равно не знаю, что мне эти бонусы дают. Как такового, видите, прокачки здесь никакой нету. То бишь никаких способностей. Ну, единственное, может быть, что-то и появится, но... Кто знает. Вроде ничего такого интересного тут сверху секретного я не нашел. Ага. Ага. Рано. Поторопился.
когда что-то не получается, начинаешь торопиться. Блин. Трудненько. И это только начало уровня, блин. Давай, мы сможем. Зараза. Так, спокойно. Почему платформа, ты меня бросила? За что ты так со мной? Не торопиться. Сохранение давайте мне быстро. Быстро мне сохранение. Все. Офигеть. На S прошел. Офигенно. Блин, короткий уровень, но оказался довольно-таки сложен. Фух, хотя, что такое сложен, мы узнаем только дальше. Глотнем кофейку на дорожку. И здесь нам явно уже переключиться, да? Тут даже иногда между мирами переключаться страшно, потому что у меня постоянно ассоциация, что сейчас переключусь, а там какие-то шипы у меня, кажется, под ногами. Хотя, в принципе, такого нету, но не было, по крайней мере, пока еще, но... Когда-нибудь все может случиться, правильно? Слушай, смотри, там какой-то... Что это такое на заднике? Смотри, да? Это какое-то яйцо или гнездо, да? Здесь оно уже как бы разрушено, а здесь еще там какая-то спира лежит, да? Или зародыш чего-то. Походу, я почти пришел, куда мне необходимо. Больно. Там можно не спрыгнуть, но я не вижу смысла, зачем. Сейчас прикол был, да, типа, все, уровень пройден. Так, ладно, пофигу на эти сферы. Ой. Тик. Ага, понятно. Рано прыгнул. Блин. Ладно, пофигу. Здесь понятно, что надо делать. Оп. 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 Блин, что ж так далеко-то начинать-то, а? Вау, я прямо шерстко прошелся по... Могли бы под конец пощадить и не добавлять колечек. Но нет, эта игра щадить нас не собирается, я понял. Ух. Так, я вижу внизу сферу, но вы знаете, что я скажу? Мне пофиг. Ага. И все с самого начала. Понятно. Кстати, там можно даже не прыгать, там, по сути, можно просто сойти и все. Без прыжков. Почти.
Блин. Что-то как-то там очень сомнительно, что я там могу допрыгнуть, но вообще могу. Потому что других вариаций просто, ну, не вижу. Просто не вижу. Есть. Ух. Какие-то короткие уровни, на самом деле. Но сложные. Интересно, куда мы выйдем из этой пещеры. Но я так понимаю, мы идем на помощь. И походу то рожденное создание, оно получается и спасло, да, жителей леса. Но только почему тогда в этом мире оно еще не родилось? Непонятно. Ладно, думаю, нам эта история поведает о этой игре. Все? Быстро. Это такой переход между локациями, я бы сказал, да? Оу! Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну ладно, погнали. Я понял. Я все прекрасно понял. Я прошу прощения, конечно, за эти шмыгающие звуки, но, ребята, я все еще пока не до конца выздоровел, поэтому сорямба. Буду иногда подсопливать. Ага, тут мне вот так вот, оп. Все было хорошо, но это было слишком хорошо, чтобы быть бесконечно хорошо. Так, спускаемся. Ой, тут, смотри, тут еще и какой-то... Блин. Тут какой-то еще и тайминг есть. Это типа бонусный уровень, что ли, идет? А, вот. Ну, собственно, тайминги... Тайминги я профукал. Может быть, там есть какая-то... Да блин. Мне бы как-то посмотреть, есть ли там что-то другое, вот, в другом мире. Но там очень мало времени у меня будет. О! Так. Ауч. Блин, да как так-то, а? Там очень мало... Я не понимаю, там как бы отклик очень долгий. Слушай, я понял. Да ни хрена я не понял. Я понял, но это как это реализовать? Охренеть. Это мне... Ну ладно. Рано. Ох, чувствую, сейчас здесь будет много попыток. Ага. Не успел. Дубль 15-й. Это нереально. Нет, рано. Это нереально. Это нереально просто. Как? Как они себе это представляют? Там идет еще такая небольшая секунда, но, блин, эта секунда длится вечность, когда... Я просто не понимаю. Может быть, что-то как-то по-другому надо делать, а? Может быть, я что-то не замечаю? Да нет, вроде. Я просто не успеваю. Даже если я прыжок нажму,
Ну-ка. Там двойного уже прыжка не получится сделать или получится? Ну, одинарный прыжок только, и все. Блин. Это... Слушай, подожди. Во! Вот как оно должно быть, скорее всего, да? Или нет? Хрен поймешь, я не знаю. Ну, я туда все равно долечаю. Не долечаю, да? Ладно, давай еще раз. Рано. Ну, ладно, я понял систему, как это должно выглядеть. Это мне... Подождите. Ладно, все. Осознание, как это происходит, есть. Теперь главное... Кайф. Кайф. Просто кайф. Ай, это не надо. Не, ну в смысле как не надо? Да можно было и достать, конечно, уже. Ну почему? Слушай, а может там какая-то билибердня есть? Ага, понял. Ладно. Не хочешь, как хочешь. Не будешь моей, не будешь ничей. А, посмотреть историю. О, есть. The catastrophe caused by that fury shocked both realms. The Dying Energy realm can no longer withstand this impact. Numerous energy creatures pour into the territory of Matter Realm. They hide into the deep mountain, seeking for safety. But the disaster is still arriving. В общем, следуя из истории, эти существа прячутся, я так понимаю, в энергетическом мире, но там надвигается какая-то катастрофа. Интересно. Непонятно, но интересно. Ну что ж, ребята, на этом мы, пожалуй, закончим сегодняшнюю нашу серию. Ставьте лайки, пишите комментарии и играйте только в хорошие игры. Всем хорошего настроения и пока!